всерьез. Я сразу поняла, что это не шутка. Ну? Сейчас? Не завтра же. Кто первым начнет? Разве это делать не вместе? Делают вместе, но кто-то должен проявить инициативу. Вы ее уже проявили. Вы предложили, я согласилась. Теперь снова ваша очередь. Вот что я должен делать, тут шаг назад. А что я должен делать? Ну, по-моему, то, что вы предложили. Это было бы славно, но я не знаю, как начать. Это самое трудное. Что вы посоветуете? Сказать честно, у меня нет опыта. Вы не имели дело с мужчинами? Никогда. Зато мужчины иногда имели дело со мной. И как они начинали? По-разному. По-моему, вначале полагается немного поговорить. Зачем? Не знаю, так принято. О чем? Не знаю, о книгах, о кино, о живописи. И как долго надо говорить? Не знаю, зависит от обстоятельств. А потом поговорить нельзя? Потом можно, но уже не хочется. Принято до. Ну раз так принято, говорите, только как можно короче. Сейчас, секунду, часы затупили.